В общем-то, парковку еле нашли, заплатили где-то орех час. Такие, как балуганы, как на Красной площади. Впечатления прям неожиданные. 50-70 крон стоит, это 2-3 оры. Не обошлось без драконов. Вот такой даже дервиш. Рамбурак. Приехали мы в городок Будовице. Не знаю, как правильно. Будовица. Будовица, да. Или как правильно, не знаю. Проезжаем. Проезжаем мимо. Город был основан в 1265 году чешским королем Преждеслом Отакаром II. Планировка города была выполнена в строгом шахматном порядке. В это время здесь было построено 2 храма и много мещанских домов вокруг центральной площади, в том числе и городская ратуша. Весь город был окружен крепостными стенами с башнями и 3 воротами. Благодаря удачному расположению на пересечении важных торговых путей, город быстро рос и богател. Чешский Будовице стал одним из наиболее крупных и значимых городов чешского королевства. Так, друзья, приехали мы в чешские Будовице. В общем-то, парковку еле нашли, заплатили где-то орех час. За час 2 орех где-то стоит. Можно еврами, можно чешскими кронами. Сейчас пойдем посмотрим. Здесь центр, красивый городок. Ну, тоже старинный центр. А так вообще современный индустриальный город. Большое движение здесь. Интенсивные, в общем-то, ходят здесь и трамваи, и троллейбусы. Прикольный город. Ну, здания такие красивые. Смотрите. Напоминает чем-то Прагу. Кто был в Праге, пишите комментарии. Ну и не забывайте ставить лайки. А мы идем в старый центр города. На старую Будовицкую площадь. Начинаются тихие улочки. Хотя в такой день движений очень много. Сейчас рабочий день, в принципе, не выходные. Очень много туристов. Прикольненько. Так что, если хотите приезжать сюда и найти парковку, так приезжайте пораньше. Речка какая-то. Мощеные улочки. Такие, как балуганы. Как на Красной площади. Прикольно. И красно такие красной охры выкрашены дома. Ну и кирпичи, черепичные крыши. Чешские Будовицы. Как переводится, даже не знаю. Будовицы. Значит, непокорный, будовитый. Или как? Не знаю. Жаль, фонтанчик не работает. А вот здесь написано «Пыльная вода». О, как. Прикольно. Ну, я вот заметил, что чешский язык и польский, например, и украинские языки, они, в принципе, одинаковы. Ну, а вот здесь огромные такие куранты. Такая башня шикарная. Ян Валериан Иржик. О, какой. Это, скорее всего, какой-то кардинал. Ну, или еще кто-нибудь. И тут такой величественный собор и огромные статуи. Статуи, конечно, защищены против голубей. Сеткой здесь поставлены. А вот здесь какие мощные ворота, ребята. Фантастика. Собор Святого Николая является главной церковью епархии в Чешской Будовице. Первый камень, фундамент приходской церкви, был заложен в 1265 году. В 16 веке к ней была достроена черная башня, в которой была оборудована колокольня. В 1785 году костел стал кафедральным. Черную башню построили в 1549 году. Сначала как колокольню, затем это был сторожевой пост и пожарная каланча. Название «Черный» ей было дано после пожара в 1641 году.
после церкви, так сказать, очистившись, идем на центральную полуплощадь этого большого красивого центра. Ух ты, какая красивая, веселая. Большие такие тоже куранты здесь. И по периметру находятся вот такие дома, как ласточкино гнездо, вот так без всяких этих промежутков. Красиво выглядит. Ну и здесь, конечно, проходят рождественские ярмарки, какие-то празднования, мероприятия. Как и сейчас, вот так ярко украшенная площадь. Очень красивая. Фантастика, друзья. Впечатления прям неожиданные. Очень большая площадь. Ну, я не знаю, как в Праге, можно сказать. Смотрите сами. Интересно. Ну, сейчас вот то, что нарушает идиллию, это ездят машины, в принципе. И немного шумно. А так красивая вещь. Стоит посетить. А посредине площади есть каток. Так, каждый может здесь прокатнуться. Покататься. Кто умеет кататься, конечно, на коньках. Прикольно сделанный, а посредине шикарнейший фонтан. Класс. Рядом тут же ресторанчики, можно, пока дети катаются. Родители сидят, отдыхают. Красиво. Для детей есть где развлечься, вот на таких карусельках покататься. Смотрите, какие красивые. И такое колесо обозрения, прикольно. И можно купить горячий шоколад или какой-нибудь глювейн. А здесь сценка, происходит представление и всякие приключения на Новый год и на Рождество. Что здесь можно купить, сейчас посмотрим. Ну, Blue Wine, это я уже вижу, да? Горячий чай 50-70 крон стоит, это 2-3 воры. Шоколадка, процесса. Центральная главная елка этого города. И, скорее всего, это ратуша. Как выглядит красиво. Фасад просто бомба. На центральном фасаде прикреплена такая табличка. Освободитель народа написано. Томас Карику Масарук. 1918 год. Обалдеть. Вот это здание. Шикарное. Ну, конечно, не обошлось без драконов. Такие барельефы и драконы прям выступают.
жареных лепешек. Вот красные сосиски. Национальное блюдо на гриле. Фантастика. Какой запах вкусный. А это очередь на каток. Мария решила купить вот такой, называется бранборак, 70 крон. Типа драник. Ну это где-то 2,5-3 евро стоит вот так. Бранборак. Я? Бранборак. Еда. Евро? Евро. 3,5 евро. Окей. Евро? Я? Бранборак. Ну-ка, Мария, пробуй бранборак. Ну как? Из чего сделан такой? Как драник. Как драник картофельный, да? Да. Угу. Ну, вкусненький. Пробую брамбурак. Соленый. Ну, по-моему, здесь чеснок еще. Чеснок? Ну, соленоватый, да? Да. Да, какие-то специи, может, добавили. А так прикольненько. Бранбурак. На свежем воздухе вообще вкусно. Да, Мари? Бранбурак. Вот еще один красивый замок маленький. Ну, какой-то фасад вообще обалденский. Лица какие-то сделаны, и шикарные скульптуры. Рыцарь и монашка. Внизу ювелирный магазин. В принципе, вот так. Шикарные улицы. Ух ты, фасад на фасаде такой шикарный. Вообще интересно смотреть. И туда улочка красивая, и сюда, и все ведут к площади. Чешские Будовицы – главный город Южно-Чешского края, который расположился на месте слияния рек Лтава и Млалши. Жемчужиной города является его исторический центр с зданием в стиле готики, ренессанса и барокко. Чешские Будовицы – это крупный туристический и транспортный центр Южной Чехии и одна из столиц чешского пивоварения. Город Чешские Будовицы считается одним из популярных пивных мест Чехии. На одном из двух пивоваренных заводов здесь производят всемирно известное пиво Будвайзер. Красивые улочки. Интересно погулять. Тем более от нас здесь недалеко. От Крумлова. Здесь это городок Будовицы. Прикольный. Все в одном, как говорится. Красиво, красиво. Здесь можно снимать фильм просто так. Смотрите, какие красивые арки. И шикарнейшие фасады зданий. Городок мне лично понравился. Площадь старинная, все украшено красиво. Ну, может быть, Рождество уже все прошло, в принципе. Не так сильно здесь это и празднуют. Новый год, может быть, готовится, не знаю. Ну, в общем-то, красиво. Каток на самой площади красивый. Дети все довольны, взрослые довольны. Хороший городок, красиво, рекомендую приехать сюда и погулять хотя бы. История Чехии.